Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами играем снова в Кунг-Фу Legends. И у нас открылось событие Долины Отчуждения. Открывается весь день битва кланов по вторникам с 21.00 по 21.30. 30 минут проходит. Битва ветров. Обновление босса ежедневно в 11.30, в 16.30 и в 21.40. Так, облик наш сменился. Точнее, пропал. Давайте сразу все награды пособираем. Здесь у нас очень-очень много всего. Так, и самое главное, мы пойдем в нашу долину сегодня. Попроходим ее, поубиваем. Так, забыл, как уже делать. Не заходил сегодня весь день. Отрядов рядом нет. Создаем. Создать отряд. Пригласить. Игрока уже есть отряд. Очень плохо. Ну, тогда побегаем, попроходим наши квестики различные. Также соберем различные бонусы. Вход в игру у нас сегодня. Получается, раз, два, три, четыре, пятый день. Молитва, опыт, серебро. Серебро, тут вот ребята говорят, то, что уже начинается у всех кончаться. Проблематично становится, но мы пока с этим не столкнулись. За пятый день броню дали неплохую. Будем чуть-чуть посильней. Так, ежедневное задание нам понадобится. Так, нет, это нам не надо. Перейти. Вроде как мы себе захватили уже нового зверька. Ну, или его здесь несколько раз, по ходу дела, можно захватывать. Это очень даже хорошо. Поймать. За определенное время секунд надо вот понажимать, чтобы его поймать. Если не успеваете заполнить шкалу, то данный зверек просто убежит. Применить. О, повысили звездочку. Очень хорошо. Плюс атака, плюс защита, пробой и многое другое. Это очень даже неплохо. И что хорошо, он у нас бессрочный на постоянной основе. Так. Крылья можно прокачать. Надавали очень много всяких плюшечек. Это очень даже хорошо. Так, следующее надо в клане собрать все наши сундучки. Сейчас самое время. Много-много всего у нас. Клан, считай, активный. Ребята молодцы. Вот. Применять не будем. Так, по прокачке. В основном качаю только атаку, криты, либо пробой. Ну, а здесь пока защита, меткость. Вот меткость можно еще. По сути дела, потратить очки.
чтобы наносить гораздо больше урона. Ну, шикарно, здоровье, здоровье, защита повысили. Самоцветики наши вставить. Игрушка довольно-таки, не знаю, почему-то мне не заходит из-за того, что очень скучная. Все, что играешь, как он отправил, нажал автоатака, вот он бегает, бегает, все делает. Недостаточно в игре того, что не хватает комбинации именно там танк со стрелком, с магом, убийцы и такого. Допустим, тот же самый стрелок, он должен хотя бы атаковать как-то с определенного расстояния, чтобы было. А здесь у всех персонажей одинаковое расстояние, и все вплотную бьются. Это как-то неправильно. Очень много недоработок в игре, сырая и мокрая. Так, нет, у нас мы не донатим, чтобы покупать. Очень-очень плохо из-за этого то, что нету каких-то различий. Допустим, чтобы и по силе, и по всему основному. Допустим, там маг хорош против танка, убийца против стрелков, стрелок против наших магов. Танки просто хороши, то, что принимают урон. В таком роде было бы гораздо повеселее, чтобы, допустим, воевать при каких-то событиях альянса, клана нашего, чтобы совместно и пачкой, отрядом бегать и убивать. Вот это было бы довольно-таки приятно и интересно. И чтобы не было вот такого автобоя. Чтобы сами своими ручками пытались пройти, убить и защитить там определенные цели, либо уничтожить врага. Так что как-то вот так. Ну что же, ребята. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем удачи. До новых встреч.